Ксения Сухарева и Елена Шалимова выиграли 5-й этап чемпионата Москвы по пляжному волейболу. В решающем матче спортсменки в трех партиях сломили сопротивление дуэта Елизаветы Рябовой и Юлии Абалакиной. Третье место заняли Мария Ушкова и Светлана Шевякова. В мужской части соревнований победа досталась паре Антон Аносов и Юрий Гущин, в финале одолевшей Максима Худякова и Александра Кулла. Третьими стали Виталий Костылев и Максим Графов. Финал турнира состоится в конце августа.